Канал ВО с Юлией Ковальчук. Всем привет, мои дорогие подписчики и зрители! Рада вас всех приветствовать на моей кухне. Сегодня я приготовлю вкусный и быстрый завтрак. Французские гренки с ягодами, фруктами и творогом. Начинаю готовить. Для приготовления понадобится 8 ломтиков тостерного хлеба, 250 грамм творога, 2 яйца, 200 миллилитров молока, 4 столовые ложки сметаны, сахар по вкусу, 1 пакетик ванильного сахара, любые фрукты и ягоды по вкусу, а также растительное и сливочное масло для жарки и сахарная пудра для подачи. Добавляю творог, сахар, ванильный сахар, сметану и хорошо растираю. Соединяю яйца и молоко и взбиваю венчиком. Намазываю все ломтики хлеба творожной массой. На один ломтик хлеба выкладываю фрукты и ягоды. У меня это груша и малина. И соединяю 2 ломтика хлеба. В сковороде я растопила сливочное и растительное масло. Изделие я обмакиваю в яично-молочную смесь и выкладываю в сковороду. Обжариваю гренку с каждой стороны до золотистого цвета. Перед подачей я гренку разрежу, присыплю сахарной пудрой и украшу малиной. Французские гренки вас выручат, когда нужно быстро и вкусно приготовить завтрак. А с начинкой для гренок можно экспериментировать и готовить не только со сладкой начинкой, но и с соленой, используя твердый сыр, ветчину и помидоры. Приятного вам аппетита! Всего доброго и хорошего! Подписывайтесь на мой канал. До новых кулинарных встреч!